форсировано у Сирии в 1967 году. И вот эти друзы, подданные сирийского правительства, они вдруг в одночасье оказались на территории Израиля. И они очень сильно боятся того, что когда-нибудь все-таки Голаны обратно отдадут сирийцам, и тогда у них начнутся проблемы. Поэтому они отказались от израильского гражданства. Там друзы живут точно так же, они выглядят, как и у нас.